Мобилизацию отложить, не проводить и не объявлять. Это все практически прямая речь господина Порошенко, так как до этого появились первые хрупкие возможности в условиях фактической реализации режима прекращения огня. Поэтому президент Украины и заговорил об этом. Сейчас надо работать над увеличением контрактной армии, сделать поправки в бюджете. Все это передает Укринформ. Со 2 сентября в Украине проходит масштабная демобилизация, поэтому в рамках именно этих событий подобное заявление достаточно неожиданно и, в принципе, на мой взгляд, достаточно обнадеживающе. Напомню, всего было 6 волн мобилизации. Вот 7-я пока что на данный момент в силу отсутствия эскалации на Донбассе было принято решение не проводить. А как раз-таки будут возвращаться домой военнослужащие, которые ушли на фронт в рамках 4-й волны мобилизации.